Как вот вообще в такие морозы выживаете? Каждый по-разному, по-своему. Как? Все рассказывать времени не хватит. Да и незачем это. Кому это нужно? Похожими риторическими вопросами в этих походных условиях сегодня мало кто задается. Сейчас главное – пережить морозы. Николай обитает на улице с 95-го года. За горячий чай и суп от души благодарен, уходить не спешит. Помогает рубить дрова и топить печь, заодно и греется. Сюда, в палатку возле бани на улице Пушкина, каждый день приходят десятки его товарищей по несчастью. Только накануне соцработники накормили 72 человека. Сарафанное радио. Бомжи же везде, почему городу ходят? Один одному сказал, тот другому передал, и пошел. Помимо еды, а сегодня в простом меню уха, хлеб и чай, здесь можно получить и теплую одежду. Вещи отдают горожане, с продуктами помогают спонсоры. Кухня, она содержится как бы не просто вот на чьи-то конкретные деньги. Здесь и предприниматели принимают участие, и государственные учреждения, службы, то есть палатку МЧС дают и каждый год. Готовили у нас и пансионат ветеранов раньше, в этом году вот епархия как бы подключились к готовке пищи. Сегодня эта палатка – единственное место в городе, где замерзающие люди могут немного отогреться, получить горячую еду и питье. Для многих из них уже пятый год подряд она становится настоящим спасением в зимнее время. Впрочем, работа социальных служб не зависит от морозов. В этом году раздавать еду планируется вплоть до конца февраля. Анна Ахпашева, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия.